Личные данные 2 400 000 клиентов гиганта розничной торговли Carphone Warehouse могли быть украдены в результате хакерской атаки. Об этом сообщила сама компания, являющаяся одним из крупнейших продавцов мобильных телефонов в Великобритании и в Европе, передает ТАСС. Атака на клиентскую базу могла осуществляться на протяжении 2 недель. Как сообщается, хакеры могли завладеть личными данными пользователей ряда сайтов, оператором которых является Carphone Warehouse. Компания предупреждает, что у 90 тысяч ее клиентов могли быть похищены коды доступа к кредитным и дебетовым картам.